Corona time. Карантин. Я уже много спала, много ела, много играла, много общалась с друзьями, и все это мне, конечно, нравится, но надо придумать себе развлечения более необычные. Поэтому сегодня я решила показать вам мой день в карантине и как я буду снова красить волосы. В прошлый раз, когда я красила волосы, ничего хорошего из этого не вышло. Поэтому в этот раз я постараюсь быть хотя бы капельку умнее. Мне кажется, все, что я хотела сделать, я уже сделала. Нарастила ногти, скачала Sims, создала целую семью, целый клан. Самое время попробовать экспериментировать с волосами. Нет, ну серьезно, все равно дома сидеть. А тут еще дома сидеть. И потом еще неизвестно, сколько дома сидеть. Я прочитала лайфхак, что если ты делаешь окрашивание на обесцвеченные волосы, а это именно обесцвеченные волосы, и хочешь, чтобы цвет получился более холодным, более красивым, сначала их нужно помыть сиреневым шампунем. Я совершенно не уверена насчет действенности этого лайфхака, как, впрочем, и насчет всего остального, поэтому вместе давайте посмотрим и поэкспериментируем. Вот этот шампунь очень крутой. Просто запомните его, вы сейчас увидите. Это нереально крутой шампунь, потому что он самый сиреневый из всех сиреневых шампуней. Я вам очень рекомендую его. И он, кстати, достаточно бюджетный. Шампунь очень ядреный. Чтобы не попасть на мои основные пряди, на мой основной цвет, надо их отделить будет. Отлично. Смотрите, какой он сиреневый, он прям как чернила. Просто вы на это посмотрите, они реально супер сиреневые. И да, если его долго придержать, можно получить даже сиреневый эффект. Однажды эта самка человека держала подобный шампунь 20 минут и стала седосиреневой хахалох. Почему мой кот вечно сидит на туалете, как будто на троне? Кот, тебе вообще нормально, да, сидишь тут на своем троне, как фаянсовый король. Подожду, пока челка высохнет, и буду красить волосы. Я не человек и не горошек, я ёжик, грустный ёжик. Тут буду творить. Я ёжик, грустный ёжик. Ну а что еще остается, пока волосы мокрые? Посушить их феном? Не, мы так не делаем. A few moments later. Можете оценить. И по идее теперь... Это моя вторая попытка что-то сделать со своими волосами. Стойкая крем-краска без аммиака с цветочными маслами. Максимальная защита цвета и заметное улучшение качества волос. Краска обещает для супер обесцвеченных волос, чтобы цвет был вот такой вот, прям как на этой фотографии, то есть теплый розовый и светлый, не грязный. Вот что было внутри. Перчатки, бальзам-уход, шелк и блеск, крем-краска, она же крем-буяу, и молочко-проявитель, он же айкендафыш судше. Хорошо будет это или плохо, я не знаю. Никто не знает. Давайте узнаем вместе. Прекрасный розовый инстаграмный фон. Теперь прекрасная инструкция. Накройте плечи полотенцем, возьмите не металлическую мисочку. Не металлическая мисочка. Полотенце. Так, ладно, я так больше не могу. В общем, ребята, это просто невозможно, потому что не могу я больше ходить с этими ногтями, они слишком длинные. Вот так вот, ты наращиваешь 2 дня ногти, чтобы потом за одни сутки понять, что ты больше не можешь это терпеть, поэтому... Нет, достань, я не буду. Нет, там грязно, забудь о ней. Нет, она мне нужна, отдай. Заткнись, маленький скрипяк. Боже, я так неловко себя очень давно не чувствовала. Такой фейл, фейлович, фейловиной. Просто посмотрите на них вблизи. Последний герой остался последний Акацук. Кстати говоря, единственный ноготь, который вообще не слезает. Все остальное пошло по одному месту. Ту-т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 у. Кстати, это крест. Ну а сами ногти после этого изумительного наращивания выглядят вот... Ну вот как-то так, да.
Я покрыла ногти базой. Буду переделывать. Лайфхак, девочки. Реально проверенный, хороший лайфхак не в стиле наращивания ногтей. Берем какой-нибудь нейтральный лак, типа серый, светло-розовый, ну, или какой-то еще. Берем блестяшки, криво красим ногти и просто фигарим блестяшки на ногти, чтобы все было четко. Смотрите, никто даже не узнает, насколько паскуден был этот маникюр. Блин, у меня лак сдох. Так было запланировано. Ладно, дамы и господа, я думаю, что все-таки пора бы уже сделать это. Слишком много было отговорок, слишком много времени было растянуто, а волосы сами себя не покрасят. В этот раз я не совершу ту кошмарную ошибку, и я надену перчатки. Тем более, что ногтей уже нет. Так, читаем инструкцию. В прошлый раз, когда я снимала видео с окрашиванием волос, вы мне говорили, что я использовала мало средства. Поэтому сейчас на эти две маленькие пряди я буду использовать все, что у меня есть. Так, осталось поделить волосы на пряди и постепенно одну за другой окрашивать. Боже, я не верю, что я это делаю. Я это реально делаю, да? Понимаешь, что это реальная краска? Самый реальный фейл в том, что если я сейчас напортачу, то мне с этим придется ходить, я даже не знаю сколько, потому что карантин и ничего не работает. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Не знаю, что с этим пока делать. Пусть висит. Или лежит. Нет, так может покрасить остальные волосы. Ладно, пусть висит. Блин, я не знаю, что с этим делать. Черт, я реально не знаю, что делать дальше. Кончайте. Кончайте, девочки, кончайте со мной шутить. Ну ок, я это сделала, я реально их покрасила. Я всю мою жизнь хожу делать со своими волосами, чтобы подкрашивать их там, обесцвечивать и все такое прочее. И я никогда не помню, чтобы вот так вот мастер мне держал мои пряди, потому что они обычно или в фольге, или, ну, не знаю, в чем они, я не очень внимательна. Но я не знаю, что с ними делать, поэтому я их просто вот так держу, боже. У меня есть пакет Wildberries. И нет, это не реклама Wildberries. Если вы не знали, то существуют отзывы на пакет Wildberries. И вообще, если вы покопаетесь, то вы найдете такие отзывы. Да, там реально отзывы на обычный пакет, да я Google переводчик тоже в шоке. Если вы не знали, то если у вас есть пакет Wildberries, то вы состоите в этой жизни, потому что это люкс и все такое прочее. Короче, все, время истекло, распалось. Смываю я все это добро. Я еще не до конца волосы высушил, но я уже сейчас могу сказать, что я охренеть, я вообще в шоке от этого цвета. Это именно то, что я хотела. Это именно то, что я хотела в первый раз. Серьезно, полностью серьезно. Тут реально цвет полностью совпал с цветом на упаковке. То есть то, что они обещали, то и получилось один в один. Офигеть! Я официально довольна. Мне официально нравится, как это выглядит. И я официально в шоке, потому что первый раз в своей жизни я что-то, по-моему, Дениса факапила. А еще вот этот вот цвет в чистом его виде, мне кажется, очень даже мне к лицу. Теперь у меня, конечно же, появилось желание накраситься и сделать какую-нибудь клевую фотку дома. О, как раз покажу вам, как сделать домашнюю фотосессию, чтобы было много лукасов в Инстаграме. Это, кстати, очень хорошее развлечение во время того, когда ты сидишь дома на карантине. Поэтому сейчас я покажу вам, как в домашних условиях можно сделать прикольный макияж, сделать фоточку в Инстаграм так, чтобы вашим подружкам понравилось и не поставили свой драгоценный лайк. А я знаю, что им обычно это жалко сделать, но тут будет не жалко. И поделюсь парой лайфхаков. Хочу сделать макияж с акцентом на мои розовые волосы и как-то их подчеркнуть. Есть у меня вот такие вот штуки. Волосы хватит залезать ко мне в рот. Я думаю, будет очень круто, если выложить из них какую-то композицию. Я неоднократно замечала, что когда ты выкладываешь обычные фотки, типа серии «Смотрите на меня, я стою такая красивая», они не очень хорошо заходят. Но когда ты делаешь какие-то креативные фотки, то они всегда набирают больше лайков, больше комментариев, и в принципе людям больше нравится. В
блин, опять на глазу аллергии выскочил. Ну что за отстой? Сколько можно? Сколько можно так жить? Ненавижу. На удивление, но мне очень нравится эта бровь, которую я сделала за пару секунд. Как это вообще работает? Почему, когда ты сидишь и паришься несколько часов, рисуешь брови, они получаются какие-то ублюдские? Когда ты сидишь и такая по фану быстро-быстро решила нарисовать бровь, у тебя получается бровь твоей мечты, и мечты не только твоей. Боже мой, какая красота. Я не знаю, мне очень нравится. По-моему, это выглядит супер. В какой-то век это реально выглядит супер. Эти же самые тени использую как румяна. Эти же тени использую как хайлайтер. Так проще. Клеим цветы. Можно добавить еще разные белые точки прямо себе сюда. Так, веснушки будут, мне кажется, тоже прикольно, чтобы закончить всю эту композицию. Помада. Буду использовать целых две. Красную и просто глосс такой нежно-розового цвета. Каплю красного, только каплю. Глосс. Берем и просто фигарим прямо по-красному. Я переоделась. Одела самый обычный вот такой вот розовый топ, чтобы он не сильно отвлекал внимание от макияжа. Когда делаем какие-то креативные фотки с макияжем крутым, тут лучше, чтобы одежда она не мешала, потому что она только отвлекать внимание будет. У меня на балконе сейчас ремонт. И это просто идеальный вариант для того, чтобы делать классные фотки. Не нужно иметь какие-то особо крутые интерьеры, достаточно иметь как минимум нейтрального цвета стену или наоборот какие-то вот такие вот всратые виды, потому что эти всратые виды тащат. А теперь по технике. Как вы видите, здесь у меня стоит телефон, здесь у меня стоит штатив и здесь у меня кнопка. А фоткаюсь я на обычную фронталку. Ну вот и все. Осталась самая сложная часть, отсмотреть все фотки, которые получились, и не выкинуться при этом куда-нибудь. Какого хрена? Какого хрена все мои фотографии, которые я сделала, вот такие вот? Что это за бред? Ну, фотки-то симпатичные, конечно, но какого хрена это происходит именно так? Лох. На Твиче бы тебя забанили. Не, я же не продолжил. Я сказал просто лох. Я бы тебе репорт кинула. Ой, у нас паук на потолке. Давид, у нас паук на потолке. Это павук, человек-павук. Павук! О нет, павук! Тут павук! Или может быть это скалопендра. Канеки? Не он. Чтобы сделать классную фотку в Инстаграм, нужно сделать крутой макияж, поставить хороший свет, выбрать правильную позу и в случае необходимости не плакать, а повторять все снова и снова. Хочу попробовать сделать фотку еще в таком же образе и сделать другую прическу. У меня есть вот такие вот леди-шпильки. Здесь есть лайфхаки о том, как сделать типа крутые прически за одну минуту для совсем криворуких. Как я. Выглядит это вот так вот. Леди-шпильки. Так, здесь туториал, как сделать высокий хвост. И туториал, как сделать низкий хвост. Я хочу делать себе низкий хвост, потому что высокий вообще тут не круто. Ставь хвост в петлю леди-шпильки. Нужно сделать хвост. Вставь леди-шпильку через центр хвоста. Ставим шпильку, тащим хвост наверх. И просто тянем хвост вниз через эту штуку. Получается причесон, и теперь подтягиваем его. Расправить причесочку, все достать и предпринять попытку сделать фотографию вместе с такой прической. Может быть лучше. И эту фотку я фоткаю внутри уже дома, поэтому мне обязательно в данном случае нужен свет. У меня есть вот такое вот кольцо. Все ровно то же самое делаю. Включаю и фоткаю. Теперь начинается самый долгий процесс, который может занимать очень много времени. И поэтому у меня есть два инстаграм-аккаунта. В одном я выкладываю фотки без ретуши, второго все знаете. На первый я вам не скажу, где ссылка, и не скажу, как он называется, потому что там срань господня, и по-другому это не назвать. Ретушируем.
Готово. Результат будет в моем инстаграмчике, так что, пользуясь случаем, подписывайтесь на мой инстаграм. Я буду вам очень рада. Я не знаю, чем вы занимаетесь на карантине, но обязательно расскажите об этом. Что вы обычно делаете в течение вашего дня? И знаете, мне было бы очень интересно узнать, что же делают другие блогеры, когда они находятся на карантине. Поэтому извини, пожалуйста, няшка-стель, но я передаю тебе этот челлендж. Покажи своим подписчикам и мне, конечно же, тоже, что ты делаешь во время карантина дома. Давайте завалим ее хэштегом. Хэштег альфа-карантин. Ну, типа, как бета-кератин, у нас будет альфа-карантин. Типа, ты альфа-самец или альфа-самка. Заспамьте тильки все комментарии этим альфа-карантином. Пусть охренеет, не поймет, что происходит. Посмотрит это видео и узнает, что ей, однако, бросили вызов.